сети и мессенджерах появляется недостоверная информация о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса. Особенно часто она появляется в так называемых чатах родителей или коллег по работе. Например, сегодня мне, как и многим родителям, в один из чатов пришло вот такое сообщение. Уважаемые родители, с 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули с 11 до 9 часов. Выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родители накажут штрафом. Насколько достоверны такие сообщения, нам прокомментировали в МВД Чувашия. В ряде субъектов, в том числе в Чувашской республике, распространяется информация о ежедневных патрулях по торговым центрам с целью выявления детей и подростков. МВД по Чувашской республике официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. МВД по Чувашской республике призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.